есть, знаете, вот очень четкая позиция, которой я придерживаюсь, и которая, наверное, послужит ответом большинству критиков того, что в России ничего не развивается, и вообще Россия загибается. И многие люди, которые даже здесь живут и работают, так говорят. Ну, во-первых, хочется спросить их, а зачем же вы тогда здесь живете и работаете? Сейчас же, ну, пожалуйста, получил загранпаспорт. Найди там, где работать лучше. Я объехал более 60 стран. Могу сказать, что тяжело найти место, где лучше работается. Если ты профессионал, если ты знаешь свое дело, то у нас есть очень хорошее преимущество. Ну, Во-первых, таких городов, как Москва, даже в регионе Емея, да, ну, если говорить там, Европа, но ну, чуть шире вместе с Африкой и Средним Востоком, их всего три. То есть это крупнейшие города Москва, Лондон и Париж. Вот. Если сравнивать Москву с Лондоном и Парижем, это справедливый бенчмарк, потому что ну, в рамках агломерации во всех этих городах живет а, двухзначное количество миллионов людей, то есть более 10. Вот. И а, получается так, что у нас объемы, допустим, офисного рынка, вот, офисы в Москве, как я сказал, это 75% от офисов в России, да, современные офисы. Но при этом, если сравнить Москву а, с Парижем, то у нас отставание где-то раза в три с Лондоном. Примерно такое же. То есть у нас получается, что по факту все равно занятость в современных офисах, она ниже. Вот. И казалось бы, вроде как там лучше. Но если мы сравним количество людей, которые, допустим, занимаются нашим бизнесом в Москве с тем же Парижем или Лондоном, то мы увидим, что конкуренция людей, она намного выше. То есть сейчас, ну вот я без привлечения говорю, что по сути талантливый студент, который заканчивает там университет, и хочет выйти на работу, он может прийти, пока на стартовые там небольшие, может быть, условия, но попросить, чтобы по американской модели быть прикрепленным к успешному брокеру, и дальше за 2-3 года он может понимать, как делать сделки, и может быть намного успешнее, чем если он начал бы этот путь, допустим, в крупных городах Европы. Потому что там просто конкуренция такая, что не даст возможность вырасти. И рынок там так не развивается. То есть там, по сути, идут сделки в основном в существующих объектах. У нас все-таки еще существенный вот новых объектов. Если посмотреть на это с точки зрения того, что вроде как Москва тоже наконец-то присытилась, и уже такого бума девелопмента нет, тоже можно возразить. Потому что у нас есть колоссальный потенциал для редевелопмента. То есть у нас многие люди, Работают не в офисах, не в бизнес-центрах классов А и Б, да, а в бизнес-центрах или в офисах уровня ниже. Вот, соответственно, это какие-то бывшие конторские помещения, старые, может быть, здания НИИ и так далее. И все эти здания потенциально это а, либо в жилье, либо redevelopment, скорее всего, в офисы. Таким образом, получается, что люди, которые а, сидели раньше и работали, организации, которые сидели и работали в устаревающих форматах офисной недвижимости, они э, воспользовались тем, что у нас ставки аренды, условия аренды стали намного более привлекательны. То есть, ну, по сути, попросту говоря, цены стали ниже. И эти компании а, переехали во время вот непростой ту турбулентности на рынке, да, которая, конечно, повлияла там, на доходы девелоперов, но в то же время большее количество новых компаний, которые раньше не могли себе позволить сидеть в дорогих офисах, они договорились на те же самые офисы, но по более приемлемой цене. Вот, поэтому, по сути дела, у нас еще есть огромный пласт тех компаний, которые могут пополнить рынок офисной недвижимости и в Москве, и в других городах, я уже давно говорю, что, конечно, для того, чтобы новые здания э, запускались, чтобы новые проекты запускались, чтобы девелоперы верили в успех, нужно просто, чтобы при текущих ставках аренды мы могли дать большую эффективность. А новый офис, он всегда дает возможность open space, возможность большей эффективности развития и использования пространства, а также, э, чтобы у нас ставки по э, кредитам для девелоперов, да, были на приемлемом уровне. Чтобы не получалось так, что доходность девелопера от реализации проекта составляет, допустим, 10%, а банку ему нужно отдавать, ну, образно, там, 12 или даже 15. Тогда получается, что ты ну, на входе обанкротишься, и нигде в мире такой проект не сможет быть реализован. А если ты понимаешь, что ты можешь взять финансирование, допустим, под 5%, и реализовать качественный девелоперский проект, вот, и после этого получать с него доходность, ну, скажем, те же самые 10%, то получается, что ты, получая доход, отдаешь там часть денег за проценты банку, можешь еще выплатить э, часть тела кредита и остаешься еще в прибыли. То есть, ну, помимо того, что ты платишь за операционные расходы, за, по сути, эксплуатацию здания. Поэтому у нас, конечно, есть для этого потенциал. И макроэкономическая ситуация в России, когда у нас есть снижение э, инфляции, просто, ну, беспрецедентная. Вот. И многие говорят, ну это официально, а неофициально, все не так, но на самом деле, если посмотреть, то это во-первых во всем мире так, то есть в Америке инфляции там долгое время почти не было, однако я помню, как я там был 20 лет назад и сейчас езжу, да, и сейчас там чаевые во многих ресторанах те уже вписывают там выбрать там 20, 25 или 30 процентов, а раньше ну чаевые были как в Европе в пределах там, ну не знаю, 50 процентов, то есть она может быть скрытая. У тебя не так выросли цены на те же самые бургеры, но сколько ты отдаешь за зарплату официанта, оно просто переложилось из себестоимости бургера в сверху идет как чаевые. Вот, то есть это, по сути, та же самая скрытая инфляция, которая есть во всех странах ну и абсолютно точно есть в Америке. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас что-то там не так, ну, нужно -то понимать, что и у других тоже что-то не так. Но они же, как бы, неплохо функционируют, мы с них берем пример. Поэтому мы здесь э, смотрим с оптимизмом. В случае, если действительно такая ситуация с э, инфляцией и со ставками кредитования продолжит снижаться, то, конечно, это потенциально может дать очень хороший э, толчок для нового этапа развития рынка. И все равно я считаю, что рынок будет прирастать в ближайшие годы, ну, не на минимальном уровне, как вот... За прошлый год, по-моему, порядка двух миллионов метров введено было в России коммерческой недвижимости. То, конечно, мы вернемся, может быть, не к 7-8 миллионам в год, но где-то посередине, в районе 4 миллионов, это абсолютно нормальный ввод. Тем более, по сути, за последние 20 лет у нас и был такой график. Там в среднем 4 миллиона метров в России в год. Вот, и мы вследствие этого смотрим с оптимизмом. И, конечно, консультант, роль которого Изменилось, то есть раньше мы были намного больше консультантом в плане того, что мы советовали, как что сделать с так называемым first time девелопером. Сейчас мы, конечно, стали уже компанией, которая ну, абсолютную, с абсолютным преимуществом зарабатывает на брокеридже, зарабатывает на управлении, вот, но при этом имеет очень качественные департаменты оценки и консалтинга, которые позволяют нам поддерживать контакт с нашими ключевыми клиентами добросовестно выполнять работу, но компетенция девелопера выросла э, очень сильно за прошедшее время. То есть сейчас девелопер он у нас, по сути, ничем не хуже, а во многих моментах, может быть, лучше, чем так называемые там, западные опытные девелоперы, просто потому что наши девелоперы, многие из них, сделали очень большое количество проектов за последние годы. Вот, и, ну, не за год-два, может быть, это там за 10 плюс лет, но тем не менее опыт уже есть, и что-то брали с Запада. То есть у них последние тренды. Если вы посмотрите вот в окно и на коммерческую недвижимость э, Москвы, ну, за пределами, так мы и посмотреть пошире на весь город. То мы можем э, отметить, что у нас есть э, качество про продукта, которого нет в большинстве городов. То есть, если вы придете в офисное здание, не знаю, там в Нью-Йорке, в Чикаго или даже в Лондоне, высокая вероятность, что оно достаточно старое. Многие небоскребы строились еще там 50 или даже 100 лет назад. Вот и понятно, что офис может быть иметь новую отделку, но по сути дела там э, инженерия, может, не такая новая ну и, и, прочее, и прочее. Соответственно, коммерческая недвижимость Москвы и России, она а, сейчас имеет не просто большое уже количество накопленное там, зданий и метров, она имеет, она имеет высокое качество этих объектов по сравнению с а, теми странами, с кем мы приняли, на кого мы приняли ориентироваться. То есть сейчас, на самом деле, если ты хочешь посмотреть новые современные проекты, вот, которые построены за прошедшие 10 лет то тяжело найти место ну, в северном полушарии а, на широте европы лучше чем москва вот. можно понятно что поехать в арабские эмираты например и посмотреть а, уже там такой гротеск что называется огромные проекты там и крупнейшие торговые центры и самые высокие небоскребы но нужно отдавать должное что это все-таки ситуация во многом а, искусственная и тяжело делать бенчмарк между европейскими городами и Дубаем. А здесь Москва, она в принципе может конкурировать и должна конкурировать, конечно, с крупнейшими мегаполисами. Лондон, Париж в первую очередь, да и Нью-Йорк с Гонконгом тоже как следующий этап развития могут быть. Прийти, устроиться на работу после университета, ты, наверное, можешь в любой цивилизованном месте, там в стране или в городе, где ты проживаешь, где ты учился, вот или куда ты приехал. Поэтому попасть, скажем так, в Коллерс в Москве, нежели чем, например, в Берлине или в Лондоне. Ну, я думаю, что проще, потому что мы в принципе открытая компания. Я сам езжу, выступаю в вузах, то есть я, так как прошел этот путь э, от самой нижней ступени в нашей компании до верхней в рамках э, России, да, являясь членом совета директоров международного. Коллерс имея, я очень четко понимаю, что мы не можем просто это недопустительно потерять связь с молодежью. Вот. Но при этом, при всем, я говорю о быстроте твоего развития. То есть, если ты одновременно пройдешь успешно практику и, стро, и трудоустроишься в Москве или, например, в Лондоне, то шансов, что ты станешь богатым и успешным, например, к 30 годам, у нас существенно больше чем там, потому что там ты столкнешься с большим количеством, во-первых, таких же э, людей, которые приезжают в тот же Лондон, там, не, не как в Москву со всей России, да, хотя сейчас уже, мне кажется, обратное только пошел, потому что не все нашли себе применение, а э, так как в Лондон там со всего региона или даже, может быть, со всего мира, вот плюс количество тех профессионалов, которые уже опытные, и они никуда не уходят, оно растет. Плюс, ну, вы сами знаете, что у нас сейчас очень сильно развивается, в принципе, продолжительность жизни и на Западе, и, слава богу, в России, в Ланджевете так называемое. То есть у нас, в принципе, есть понимание, что мы сможем при желании работать дольше. Вот, и поэтому, конечно, нужно всем, нужно всем занять какие-то хорошие места под солнцем, нужно заниматься любимым делом. Вот. И одна из наших э, задач, ну не просто поместить офис на 52 этаже, чтобы быть физически ближе к солнцу, чем любая другая компания в нашем секторе, а э, дать возможность людям развиваться, дать возможность людям становиться успешнее, богаче, открывать им двери. И чем больше таких людей вокруг нас, тем, я считаю, что лучше не только нашей компании, тем лучше всему рынку. И уже как представитель всего, всей нашей отрасли, как президент гильдии управляющих девелоперов, я могу с уверенностью сказать, что многие действия, которые мы опробуем в рамках нашей компании, мы потом рекомендуем и другим членам гильдии для того, чтобы у нас рынок становился более транспарентным, чтобы рынок становился более ну, не то чтобы современным, а чтобы он становился более правильным и рыночным, чтобы были понятны правила игры, чтобы были соответствующие общественные организации. Чтобы у нас, если ты занимаешься бизнесом, у тебя была возможность иметь хотя бы прибыльный бизнес. Потому что в России иногда получалось так, что, допустим, вознаграждение за схожие сделки, если мы сравнивали, что это будет в Нью-Йорке, а что это будет в Москве. Я не говорю в абсолютных цифрах, потому что арендные ставки в Нью-Йорке выше, ну, по крайней мере, в последнее время. Процентах. То есть там можно было заработать, ну, допустим, ты сдал помещение в аренду, если ты подписал договор на 10 лет, то э, одна из форм взаимодействия, что ты получаешь там, допустим, может быть, не месячную, но полмесяца арендного платежа, как свою комиссию на протяжении всего времени, пока эта компания там находится. Таким образом, за 10 лет ты получишь 5 э, месячных арендных платежей. Если же говорить о Москве, то раньше была практика такая, что приходил, соответственно, брокер, там, консультант с арендатором, заключали сделку, ему в лучшем случае там, месяц платили. А иногда говорят, что ну, конкуренция высокая, давай половину. То есть в этом плане нам есть над чем работать. И я призываю, конечно, других представителей нашего цеха не демпинговать, могу сказать, что э, сейчас намного меньше демпинга, в принципе, чем у нас было в свое время. То есть мы можем совместно, да, э, не нужно вступать ни в какие сговоры, вот это нужно обязательно избежать, но нужно просто просчитывать, при каком уровне, скажем так, вознаграждения твой бизнес становится прибыльным, потому что иначе это получится обман собственных сотрудников, если ты акцептуешь э, вознаграждение по проекту, которое не позволит компании выйти в прибыль. Соответственно, кто-то недополучит, там, комиссию или бонус, и, соответственно, это повлияет по цепочке, по принципу домино на всю оставшуюся часть компании. Поэтому это то, что мы прошли пять лет назад в рамках реформирования колледж International в Москве. И то, что мы рекомендуем, конечно, сделать всем нашим коллегам, кто этого еще не сделал.